Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Че там? Вах-вах-вах. Вот это да. Вот это да. 5 рублей. Обалдеть, манисточка она порвалась. Вот тебе и самое. Потянуло тебя в болото. 1874, это 69, это... А, это Николаевский. Ай, куда идешь? 1882. Так это что, все золото, что ли? Да. Ну да. Золото, серебро. Это Николаевский. А вот еще, слушай. Ты слышишь? 9-й. Копать надо! Ты слышишь? Колоков копать. Ну, блин, подфартило тебе. Вон они, где рубли-то все оказались. Это что такое? Манисточки. Ух ты, веревка. С рублями серебряными? Золотыми. Ни хрена себе. О, отпечаток остался. Вот находка так находка. Как ты нашел ты? Вместе же в болото пошли, ты на ту кочку, я на эту. Ну вот и сходил. Сразу же первый же сигнал, вот она. Портовая кочка. Достаточно. Да какая кочка, тут вообще ничего нету. Болотина болотиной. Видать, кто-то нанес. Веревка-то осталась. Или это кожа? Да похоже кожа на ремень, а не веревка. Кожаная, мне кажется, угу. Пеньку либо. Кожаная, она просто так расслоилась здесь. Ну вот так вот. Не только в поле искать, там где стояли деревни. А самые лакомые места где-то здесь, с краешку, где не ходят другие кладоискатели. Болото. Может, раньше это и не было болото, а был луг, на котором паслись коровки да лошадки. И кто-то потерял такую манисту. Из 8 золотых. Они потускнели, смотри. Из земли вытащили, прямо на глазах тускнеют. Угу. Да я пришел, да, и у тебя белые были. Ну. А сейчас смотри, 20, все почернели, 20, да? 20 что ли, так 25 ли копеек, что-то так интересно. На воздухе окисляется. Клады 100% еще остались в земле. Все выкопать невозможно. Вот оно вам доказательство. 8 золотых бурятских амулета. Такие носили на счастье. Показывая, что род богатый. Я впервые нахожу вот такое. Чтобы вот бурятские амулеты золото и в таком количестве. Просто вот что-то сказочное, обалденное. Вот за такие монеты раньше девчонки любили. За золотые. И чем больше у вас их на шее, тем больше вас любят девчонки. Ваня, правда? И наоборот. Смотри как. Девочек. А? Это женские же. Думаешь, женские? Женские, конечно. То есть наоборот, мальчики больше. Мальчики больше любили. Ну, пусть будут женские. А чё, почему она в этом? На жбичайке-то? Ну. Так наносили. Украшение. Женское ну, украшение. Нет, мужской, конечно, себе. А он где Ваня ходит там. Это, попищу своим как? Ага, попищи. Кто-то теряет, в идеальном состоянии вот такое. У меня у тёщи. Пятак у тебя? Ну, у нее просто вот сама монета такая в идеальном состоянии, вот такая вот точность. Угу. И год, по-моему, такой же. Ну, или 89-й или. Ну он не все золото, что. А где рука? Это ключ.
точно не пропустишь. Ну она большая, и это еще же у нее там что-то есть, это что, серебро или что? Ну вот серебряная печать. Ну вот думаю, да так надо покупать. Нет. Что-нибудь хорошее. Я бы что-то представлял, что не побольше почему. Она не обточена, ничего? Нет. То есть пятак-то николаевский такой, а есть побольше пятаки. Ну это хорошая находка. Суперская. Зачет есть, да? Все, нормально. Нормально. Не зря съездил на чем. У нас все гораздо скромнее. Я вот нашел такой же вот пятачок, но он вообще в идеале. Но сохран где-то вот такой вот, наверное, полностью тот. Это тоже неплохой сохран. Ага. 10-й год. Вот у меня, кстати, почему-то именно 10-го, вот третья такая пушечка. Он самый популярный, 10-й год. Не знаю, как насчет популярности, я имею в виду именно в таком сохране. Хороший вот пучкан, да? Ваня, покажи перстень свой этот. Видал какой? Ваня понял. Вот и ни хрена себе. Он что, золотой? Фотка это. Нет. Вечером сломал кофтами. Блин, да ушла. Вот на такой палец. Да, крестьяне работали руками. Не знаю. У меня два таких. Властелин точно какой-то. Синей птицы не стало меньше. Просто в свете последних дней. Слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Это только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Это только небо тебя поманит синим взмахом.